Знаете, с Иванова город невест. Такая красивая девушка прошла, такая статная, такие длиннючие ноги, как у модели. Я говорю, где он нашел? А как вас зовут? Сергей. Сергей? Сергей говорит, что в Иваново город невест. Так, город невест. А вы знаете, у меня сноха тоже с тех краев, с Ивановской области. Очень приятно. Вам понравилось здесь? Очень понравилось, да. Первый раз на Северном Кавказе. Первый раз? А где вы были до Карачаевска? За эту поездку или вообще? Вообще, вот именно здесь у нас. Ну только на юге были, Абхазии были. Абхазия. Это впервые эти. В Майкопе были, в Абхазии были. А сейчас да. Куда путь держите? Донбай, потом при Эльбрусе. Ого. Планируем Чечню доехать? Хотим попробовать. У вас своя машина, которая? Она осталась там, на главной дороге. Мы сюда пешком пришли. Ясно. Удачи. Очень вам нравится здесь? Вот я поняла, природа нравится. А люди как вас встречают? Люди вот я Карачаевка. Люди совсем другие. Чем в России, да? Чем в России, совсем, да. А там я начала подавать, они уже отозвались. В деревнях там тоже хорошие люди. Просто вот в городе друг друга никто не знает. А это вот живут на одном, один подъезд, и друг друга не знают. На эту девушку длинное платье. Красавица. У него бородка. Как тебя зовут? Да? Аня, тебя? Сергей. Сергей меня обойдет. И оставляем. Мы не будем бояться. И оставляем вас на Кавказе. Оставим вас. Детки есть? Пока нет. Пока нет? Пока нет, да. Ну, удачи вам. Удачи. Спасибо. Везде хороших людей много. Не бойтесь, на Кавказе есть и с добром. Когда приходят люди, тройным добром отвечают. Улыбка, будут смеяться вам, вы улыбнетесь, обнимут. В общем, такие дела. И я доказательство, товарищ режиссер, доказательство. Можно обнять? Да, конечно. За этим сюда и приехали. Посмотрите, какая красавица. Опа. Спасибо, удачи вам, счастья. Вам спасибо большое. Ну, если что... Чтобы приезжали в городе Карачаевске, скажете, поэтесса вот такая блогерша, все найдут меня, приезжайте с ночевой, гостите у меня, хорошо? Хорошо. До свидания. Хорошо. До свидания. Вы докушаете, я пойду, вы посидите. Так, до свидания.